Животное очень, очень сложного и редкого окраса. Это серебряный запушенный поинтовый кот. Кошка. Она знает не понаслышке о том, насколько этот сложный окрас произведений, потому что когда-то она занималась именно этими окрасами, но в персидской породе. Она прекрасно знает, как тяжело получить хорошее мускулистое крепкое тело и крепкий костяк. Это очень сложно получить правильный синий цвет глаз. У этого животного прекрасная круглая голова. Хорошо поставлены ушки с округлыми кончиками. Прекрасный округлый нос. И красивая округлая мордочка. Если мы говорим о британцах, то у них все должно быть округлое. Прекрасные округлые глаза. Хороший глубокий синий цвет. Прекрасная мочка носа, такая красная, и с хорошей обводочкой черной. У нее прекрасное, фантастическое тело для маленькой девочки. Очень тяжелое. Очень красивые, крепкие, мускулистые ноги. Округлые лапы. И красивый, хорошо тушеный глаз. Прекрасная текстура и длина шерсти. И для такого сложного окраса, как шиншилловый и шиншованный, у нее хороший контраст поинтов. Да, у нее прекрасный темперамент, у нее никаких проблем на столе, большой аплодисмент. Difficult color, it is longer, it's...